Красивая жизнь существует не только на страницах глянцевых журналов. Она царит в Sky Lounge Bar. На красивом заведении Sky Lounge, которое находится в 5-звездочном отеле Харьков Пэлас, больше месяца выступали звезды мирового масштаба – дуэт Sisters. Сегодня девушки дают свой последний концерт. Наконец начался долгожданный новый сезон клубной индустрии нашего города. И все харьковские заведения борются за лидерство, пытаются чем-то удивить своих гостей. Чем будет удивлять харьковчан и гостей города Sky Lounge? Ну, мы на самом деле начали это делать еще с 10 сентября. У нас в этот период с 10 сентября по 15 сентября работала группа, превосходный коллектив, дуэт, который, собственно, так и называется Sisters. Я считаю, что это немного дало возможность именно Sky Lounge создать такую атмосферу с частичкой Европы. Я считаю, что это как раз тот шаг, который немножко лично меня удивил и удивляет тех гостей, которые для нас открыли впервые. Я так понимаю, что поскольку вы находитесь в самом лучшем отеле Харькова, ваша основная цель – сделать так, чтобы гости города ощущали себя здесь как дома, правильно? Правильно. Естественно, это в первую очередь задание гостиницы. Мы, так как мы часть гостиницы, и наши тоже. Хочу сделать вам комплимент. Я уже наслышана, что в Sky Lounge есть какое-то уникальное новое меню, которое очень хвалит харьковская публика. Расскажите немножечко о нем. И наш повар презентовал того же 10 сентября, тогда, когда мы начали работать с Sisters, наше новое меню, где были собраны блюда. Вот мне нравится его фраза. Он говорит... Поесть будет что. Вот не хочется там это все вот там, переводить в рамки там какого-то высокого там, там искусства кулинарного там и как это можно модное слово есть гастрономии там какой-то изысканной. У нас есть что поесть, и, при том, что это действительно красиво выглядит, помимо того, что вкусно. Ну что немаловажно, в принципе. Hear your opinion. Хотелось бы узнать ваше мнение о нашем городе, этой гостинице и, конечно же, о Sky Lounge. Beautiful city. The bar is... Красивый город, бар просто роскошный, а публика очень хорошая и дружелюбная. Мы любим Украину. We love Ukraine. Мы первый раз в Украине. Я очень рада, что у нас появилась возможность приехать сюда и остановиться в этом отеле. Вокруг действительно очень вежливые люди, так что мы наслаждаемся пребыванием здесь. The first time that we were invited to come, we didn't know what it was all about, but I would say now. На самом деле все оказалось гораздо лучше, чем мы могли себе представить. Очень приятно, что публика принимает самое активное участие в наших шоу. Она танцует и получает удовольствие. Для нас это самое важное. Enjoying, and this is for us, it's amazing, yeah? Finding in Ukraine is lovely. Over the same path, the same ground. Расскажите немного о своей биографии. Когда вы создали трио? Это было очень давно, более 20 лет назад. За эти годы мы очень много путешествовали, увидели почти весь мир, и мы счастливы заниматься своим делом. We
Для нас очень важно, какую музыку любит публика. Цель нашей группы – подарить им удовольствие, а не навязать свои музыкальные предпочтения. Ведь люди приходят сюда покушать, выпить, потратить деньги, и наша задача – сделать так, чтобы им было максимально комфортно. So as I said, we love the people, we love Ukraine, I hope to be back. Yes. So, cheers. This is the only way to be. Добрый вечер. Я знаю, что вы впервые посетили отель Харьков Пэлас. Хотелось бы услышать ваше мнение о нем и о заведении Sky Lounge. Вы знаете, я в Харькове не был уже год. Я видел, что строится отель, но сегодня впервые в нем оказался. И впечатления очень яркие. В общем, я побывал во многих странах за свою жизнь. И во многих городах. Но такого фешенебельного отеля мне не приходилось видеть. Может быть, потому что он новый, может быть, потому что он резко контрастирует с тем, что мы видим в городе в целом. Но это, безусловно, событие очень яркое и очень приятно за мой город. Я здесь родился, и постепенно он приобретает какие-то очертания действительно центра цивилизации. Арт-группа данного ресторана поставила себе цель создать атмосферу Европы, как видно в этом заведении. Вы ее ощутили? Ну, вы знаете, наверное, это только в лучших городах Европы, в самых лучших местах есть подобные вещи. Им действительно это удалось. Это правда, да. Нам очень нравится это заведение, нам очень нравится музыка, репертуар подобранный этим трио. В принципе, нам все очень нравится, так как мы имеем непосредственное отношение к шоу-бизнесу и к музыке, непосредственно. Можем, так сказать, оценить и вокальные, и музыкальные все данные этого трио. Нам очень нравится. Так держать. Молодцы. Прекрасная атмосфера, очень хорошая кухня. Спасибо шеф-повару. Очень нам здесь нравится. Мы здесь не первый раз. И даже если живем не здесь, все равно сюда приходим, отдыхаем, кушаем. Все здорово. Спасибо. Очень нравится уровень гостиницы, ресторанов в этой гостинице, уровень сервиса, безумный уровень, как для города Харькова. Это, я считаю, на сегодняшний день это одна единственная гостиница, которая заслуживает очень большого внимания. С 1 декабря нас посетят новые гости, которые также месяц у нас будут жить и работать. Это уже будет коллектив из Кубы. Совершенно потрясающий коллектив. Там, я думаю, он понравится как и женской половине населения, так как там есть два таких латиноса, которые являются участниками, и мужской. То есть, собственно, коллектив состоит из двух парней и двух девушек, которые играют свою национальную музыку кубинскую, так и европейскую музыку там, в какой-то своей интерпретации. Плюс к этому, по четвергам в ноябре мы планируем запустить караоке-вечеринки. Вот лично убедился, что Харьков очень поющий город. Мы решили тоже не отставать в этом вопросе, а быть, так скажем, в ногу со временем и по четвергам проводить караоке-вечеринки. Они будут называться караоке-вечеринки с Астой. Есть такой харьковский персонаж, она нам в этом будет помогать. Я думаю, получится очень душевно, семейно и тепло. Come to the Sky Lounge bar and listen to our music and we're waiting for you.